Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Седьмого мая в России отметили День радио. Тувинские связисты в свой профессиональный праздник провели традиционную спартакиаду. Для работников отрасли связи региона двойной праздник. Помимо Дня связи, в этом году свой 75-летний юбилей отмечает ТВА «Связинформ». На спортивных мероприятиях в честь Дня связи и радио собралось более 100 участников. Это команды Министерства информатизации и связи, Почты России, ТВА «Связинформа», сотовых операторов и радиостанции «Голос Азии». Участникам спортивных мероприятий пришлось побороться за звание лучших на полосе препятствий. Там связисты должны были показать свою сноровку в распиливании бревна, прохождении каната и оказании первой медицинской помощи. После медсестры готовится команда НДС. Далее участников ждали веселые старты и творческий конкурс, подготовленный ведущими радиостанции «Голос Азии». Участники должны были нарисовать картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Завершилась спартакиада армрестлингом и вольной борьбой. По итогам спортивных мероприятий лучшими стали участники Министерства информатизации и связи. Второе место заняла команда ТВА «Связинформа», а третье место присуждено команде Почты России. Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии в День Победы примут участие в шествии на площади Арата в столице Тувы-Кызыли, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Подобных подразделений в вооруженных силах России всего два. В парадный расчет включено 13 военнослужащих со своими боевыми четвероногими товарищами, говорится в сообщении. Военнослужащие используют лошадей монгольской породы. В пресс-службе добавили, что также в День Победы по площади Арата пойдут парадные расчеты воспитанников Кызыльского президентского кадетского училища, военнослужащие горно-мотострелкового соединения, представители различных силовых структур и ведомств. Жители и гости столицы региона смогут наблюдать проезд по площади механизированной колонны военной техники. Кроме того, на параде Победы в Кызыле примет участие военная авиация. 9 мая в 10 утра в Кызыле пройдет парад Победы, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу же после парада – общероссийская гражданская патриотическая акция «Бессмертный полк». В этот же день в 11:00 на дорожке здоровья будет организован велопробег. Через час в молодежном парке пройдет фестиваль ГТО. В 13:00 на площади Арата будет праздничный концерт «Спасибо ветеранам за победу». А в 15:00 – литературные чтения на Арбате Кызыла. Далее там же в 16:00 будут проходить песни под звуки гитары. В 17:00 в молодежном парке будет организована вечерняя программа «Салют Победы». Напомним, что 9 мая с 7 утра до 6 вечера на улицах Ленина полностью, а на тувинских добровольцев и красных партизан частично ограничено движение транспортных средств. Также столичная администрация информирует о том, что с 9 по 12 мая установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива. В минувшие дни сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний отметили столетие уголовно-исполнительной инспекции. Сегодня в составе управления ФСИН региона входит уголовно-исполнительная инспекция, в которой функционирует отдел по исполнению наказания, и 4 межмуниципальных филиала, в составе которой действует 17 инспекций. Желаю вам, уважаемые сотрудники, побольше оптимизма, целеустремленности, неиссякаемой энергии в нашей нелегкой работе и никогда не останавливаться на достигнутом. А ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, конечно же, крепкого здоровья. В честь векового юбилея в праздничный день нагрудными знаками столетия ведомства и благодарственными письмами за активное участие в профилактической работе с осужденными были награждены ветераны и сотрудники ФСИН.
Отметим, что в последние годы по России наблюдается в целом значительный рост подотчетных лиц уголовно-исполнительных инспекций, численность которых достигает 9 тысяч человек. В Туве ежегодно по учетам уголовно-исполнительных инспекций проходит около 4,5 тысяч осужденных. Страховщики и их посредники больше не смогут навязывать клиентам дополнительные услуги, а при заключении договоров страхования обязаны будут убедиться, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними. Эти и другие нормы заложены в базовых стандартах защиты прав потребителей страховых услуг и совершения страховщиками операций на финансовом рынке. Они вступили в силу 7 мая. Новые правила запрещают страховщикам ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимости от наличия договора по другому виду или согласия клиента приобрести какой-либо финансовый продукт. Тем самым они призваны избавить потребителей от навязывания полисов и дополнительных услуг. Потребители теперь смогут заключать в рассрочку такой договор страхования, который можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него. Это еще одна новация, которую ввели базовые стандарты. И о курсах валют. Доллар 65 рублей 22 копейки, евро 73 рубля 8 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Кызыле росгвардейцы совместно с коллективом Национальной библиотеки имени Пушкина организовали выставку о Михаиле Калашникове для учащихся школы номер 11. Мероприятие к столетию выдающегося советского и российского конструктора стрелкового оружия началось с презентации «Слава воину-победителю». Заведующая информационно-библиографическим отделом библиотеки Чудораса Реглар познакомила пятиклассников с десятком книг, в которых рассказаны интересные факты из жизни Михаила Калашникова. Школьники с вниманием слушали рассказ о том, как 17-й ребенок в семье отличался сочинительством, любил разбирать и собирать разные механизмы. Чудораса Реглар в беседе отметила и необыкновенное трудолюбие Михаила Тимофеевича, ставя его в пример подрастающему поколению. Встреча не ограничилась только беседой. На выставку книг были приглашены сотрудники вневедомственной охраны Кызыла, которые принесли с собой и сам автомат. Росгвардейцы рассказали и показали о каждой детали оружия. В конце встречи выстроилась целая очередь заинтересованных ребят, которые признались о своем желании служить и защищать Родину. Ежегодно число больных увеличивается на 25-30%. И что особенно тревожно, жертвами нередко становятся дети и подростки. В прошлом году в России показатель заболеваемости туберкулезом составил около 10 на 100 тысяч человек детского населения до 14 лет. А в Туве показатель заболеваемости детей составил 33 на 100 тысяч детского населения. Для сравнения, в развитых странах он колеблется от 2,5 до 5. Высокая заболеваемость туберкулезом связана с социально-экономическими проблемами. В первую очередь, с трагическим ухудшением условий жизни и, как следствие, нередко неполноценным, несбалансированным питанием детей, увеличением частоты простудных инфекционных заболеваний. Родителям нужно помнить, что заражение происходит при общении с больным. Инфекция передается воздушным капельным путем, когда больной кашляет, чихает, сплевывает куда попало мокроту. Опасно пользоваться и вещами инфицированного человека. Дети и подростки из семейных очагов инфекции в первую очередь попадают в группу риска. В Туве туберкулинодиагностику проводят один раз в год осенью. Возможность заболевания туберкулезом особенно велика в тот момент, когда проба манту у ребенка впервые зафиксирована как положительная. То есть на месте ее проведения появились покраснения, уплотнение или же заметно увеличилось в размере более 5 мм. В таких случаях, если отсутствуют какие-либо противопоказания, ребенку срочно необходим курс интенсивной химиотерапии. К счастью, проба манту во многих случаях позволяет вовремя выявить инфицированного. В
Вот уже более 80 лет акционерное общество «Кызыльский хлебокомбинат» радует вас своей продукцией. Сегодня АО «Кызыльский хлебокомбинат» – это несколько многофункциональных цехов с современным оборудованием, где наши пекари с любовью производят самый разнообразный хлеб по проверенным временем рецептам. Белый, ржано-пшеничный, с семечками, а также несколько видов батонов. Необходимо украсить праздничный стол сладкими шедеврами или просто захотелось побаловать себя. АО «Кызыльский хлебокомбинат» предлагает различные кондитерские изделия на любой вкус. Торты, пирожные, слойки, печенье и восточные сладости. Настоящее сладкое царство выбора. Всего около 148 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Производство экологичное, вся продукция соответствует стандартам качества. АО «Кызыльский хлебокомбинат» с любовью к своему делу. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег, местами грозы. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Порывы от 12 до 17 метров в секунду. Местами до 25 метров в секунду. Пыльная буря. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы от 10 до 15 метров в секунду. Днем 16-21 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.